Здравствуйте, это программа «От первого лица», я ее ведущий Михаил Сафронов. Сегодня мы решили отойти от привычной официальной студии, чтобы провести программу, а сделать ее вот в этом читальном зале. Это Центральная районная библиотека и цель нашего сегодняшнего интервью – приближающийся Общероссийский день библиотек. Сегодня мы будем говорить о том, чем живет наша централизованная библиотечная система, какие изменения, как она сегодня выживает в условиях компьютерного бума и вот сегодняшней современной жизни. И моя собеседница, героиня сегодняшней передачи, Ольга Александровна Кабанова, директор МБУ, Ольга Александровна, Жирновская межпоселенческая централизованная библиотечная система Жирновского муниципального района. Не проще? Да, да. Центральной районной библиотеки. Да. Что за система, чем живете, что она себе вообще сегодня представляет из себя? Ну, согласно 131 закона, конечно, наша система немножечко убавилась, но мы все равно остаемся методическим и координирующим центром для всех библиотек района. Что осталось в нашей системе? В нашей системе остались Жирновская центральная библиотека, в которой мы сейчас находимся, Жирновская центральная детская библиотека, которая рядышком с нами через стеночку, потом Жирновская городская библиотека, которая располагается Советская 32, это бывшее общежитие МГДУ, две библиотеки Леневских, одна поселковая библиотека под Чапаева 2 и детская библиотека, которая находится у нас при здании школы начальных классов. 1 января 2012 года еще вошла Нижнедобринская сельская библиотека. Все вот эти библиотеки, они, так сказать, полны читателям, все работает постоянно, все идет круговорот, люди... Конечно, вот на сегодняшний день хочется отметить, что вот на сегодняшний день, вот, например, на 23 мая 2012 года у нас количество пользователей, просто сейчас как бы отошли от привычного слова читатели, а пользователи, потому что человек, ну вы сами понимаете, что согласно информационно-коммуникационных этих технологий, вот человек может просто прийти в библиотеку за какой-то информацией, со своей, может быть, распечатать. То есть мы предоставляем ряд дополнительных услуг согласно вот этих информационно-коммуникационных технологий. Но он же уже не читатель, он же просто пользователь, и мы, естественно, его регистрируем, обязаны принять здесь в стенах своего, потому что раньше был источник знаний книга, к сожалению, сейчас не только книга, а любой носитель, то есть интернет-ресурсы, сами знаете, да? Вот. Любой флеш может, мы им сканирование сейчас, мы можем отсканировать любую книгу, он себе на флеш перенесет. То есть вы признаете, что активность, в принципе, и посещаемость, да, падает, да, что надо искать новые формы? Да, новые формы. Вот, приспосабливаться к компьютеру, к интернету? И да, прочее. Да, согласна. Вот, ну и не только вот компьютеры, я хочу сказать, ищем новые формы и методы работы. Вот вчерашний был пример, вот акция «Всем хорошим я обязан книгам». То есть мы должны выходить за пределы библиотеки, но для того, чтобы привлечь ушедших читателей от нас, вот вчера люди идут, к сожалению, нам это минус или им минус не читающим. Они говорят, ой, что это такое? Вот для них это такое было шоу. Ну и, конечно, этим мы себе посещаемость. То есть основные показатели наши по посещению мы поднимаем. Вот, то есть, и благодаря этому привлекаем новых читателей. Но это вот в городе, а в сельской местности вот какие-нибудь? Практически все библиотеки с 15 числа по 22 прошли эту акцию. Ну, то есть они где-то на улице методом зазывания, короче, дарения вот этих книг, наряжались, сами видели, сказочные персонажи, раздавали буклеты, которые рекламирующие, наверное, информационные буклеты вот раздавали. Ну, таким образом нам приходится выживать. А вообще такое понятие, как пополнение книжного фонда, вот есть обновление? Ну вот пополнение книжного фонда, к сожалению. И зачем, да, его теперь пополнять? Пополнение, к сожалению, вот я хочу сказать, за счет только софинансирования с федерального бюджета. Мы, пока они нас еще не бросают, как говорится, но это в конце года, спасибо большое, иногда выделяют ТОСы. Вот ТОСы. Но в 2011 году, я хочу сказать, было очень слабое пополнение книжного фонда. Можно сказать, совсем минусовое за счет района. Ну, я надеюсь, что в этом году мы разбогатеем. Так что такого вот сейчас, как раньше,
приходят посетители, вот здесь вот сидят, так сказать, читают, взял книгу, достал, такого нет? Нет, ну сейчас знаете, какого уровня посетитель пошел? Сейчас пошли вот именно пользователи и посетители такие, которые через интернет. Мы им помогаем, темы всевозможные, какой им надо. Потому что у нас сейчас студенты больше приходят, если честно говоря. Вот сами видите, вот у нас здесь 3 компьютера. То есть, когда вот сейчас такой вот период, что сейчас конец, но вот скоро будут экзамены, я так думаю, здесь у нас желающих будет много. То есть, книга переходит в понятие архаизм, да? Так сказать, она вот просто... Ну, сам по себе читальный зал, ну, если подразделить библиотеку на абонемент и читальный зал, как у нас есть. Ну, то есть, всем известно, что читальный зал – это... Работа здесь с книгой, мы не выдаем это надо. Ну, то есть предоставляем платные услуги, это можно к нам прийти, если, допустим, в воскресенье библиотека работает, понедельник выходной. То есть абонемент называется ночной абонемент, правильно вот он называется. То есть на ночь можно книгу взять за дополнительные вот услуги. Но, к сожалению, сейчас студенты не хотят работать. А вот абонемент сейчас к нам вернулся читатель, так сказать, как мы их называем, можно сказать, социально незащищенное слое населения. Дело в том, что, сами знаете, книги какие дорогие, поэтому к нам приходят очень много пенсионного возраста, инвалиды, школьники, дошкольники с удовольствием к нам приходят. Кстати, вот вы социально незащищенные цели, а вот в доме-интернате для престарелых там автономная, да, библиотека, она, да, не входит в вашу систему. Да, и вот там наверняка читатели, да, больше, да, там, да, наверняка вот активность его. Да, там... мы вот как-то ходили, когда у нас была перепись библиотек, мы приходили, но у них, конечно, отраслевой нету, у них же в основном художественное, чтобы чем-то развлечь. Также вот в педучилище, да, своей, да, да, да. Не, они нам не подведомственны. Мы с ними сотрудничаем, то есть они считаются как нашими партнерами. Допустим, мы на базе, например, вот педучилища, на базе ПТУ очень много делаем мероприятий. Наши библиотекари ходят совместно, там Чуров работает. И мы совместно сотрудничаем, план, когда составляем годовой, то есть с ними ведем координацию такой, чтобы в разрез было и им интересно, и нам хорошо. И вот на предприятие тем более уже никто, да, не ездит, не выезжает, нет, и выездные были. Не, вы что? Ну, поправьте. У нас сейчас, как бы, мы очень рады, у нас есть свой транспорт, благодаря которому мы выезжаем, у нас, как мы их называем, выездные читальные залы, то есть стоянки. У нас промышленная зона сохранилась полностью, это буровая компания «Евразия», мы, значит, у нас график есть, мы подписываем, потом вот бывшие, я не знаю, как, к сожалению, называется сейчас, ну, транспортники, вот одно у нас, по-моему, «Транзит», они поделились, да, а другие «Нефти» что-то. ЗАО «Нижневолжское» вот это. Да, и там мы бываем, садики мы объезжаем. Теперь мы, значит, хотим в июне такую акцию сделать, выездной читальный зал сделаем поселок Заречный. Вот на июнь, вот 1 июня проведем праздник с детьми, а потом, значит, планируем там. Просто народ там как бы не охвачен, транспорт у нас же плохо ходит, а там очень много таких пенсионеров, кто там поселился, мы потеряли их как читателей. И вот мы теперь хотим вернуть своих читателей, сделаем официальный выездной читальный зал, то есть это такой первый, значит, мы хотим праздничный сделать, увеселительный, чтобы привлечь читателей, совместно с детской библиотекой буду, то есть чтобы дети были охвачены поселка Заречного на лето и взрослое население, кто-то в отпуске, кто-то на пенсии оттуда прийти, и начнем по графику работать. Очень хорошо, давайте напомним нашим зрителям, читателям, все-таки историю вот районной библиотеки вообще, кто ее заложил, в какие годы примерно рождения? Ну, вот история нашей библиотеки Жирновской центральной, если вспомнить историю, значит, как бы официально считается в 51-м году. Ну, просто я считаю, что эти данные как-то потерялись. Вот я как-то в каких-то ведомостях видела, раньше же были павлинские вот эти библиотеки. Вот если взять наши библиотеки района, там 47-й год, и еще раньше, там довоенное время было. А у нас вот как-то вот и в музее мы сколько смотрели, и так вот. Все начинается с 51-го года. Значит, первая была заведующая Ларина Евдокия Прокофьевна. Тогда где-то фонд насчитывался 1000 с лишним.
читателей. И вот она проработала до 57 года, это первая заведующая. В 56 году начала это методическая служба возрождаться, с 56 года, это еще при Лариной. В 57 году приходит Марья Васильевна Колесникова, заведующей, и работает она здесь до 81 года. В 75 году началась централизация. Она была вот у истоков Марья Васильевна, и это первый директор. То есть если Евдокия Прокофьевна была заведующая, у нее, значит, переняла эти бразды, как я скажу, правление Марья Васильевна, директор, это заведующий. А вот в 75 году Марья Васильевна стала директором. Первой заведующей методическим была Плотицына Ирина Владимировна. Вот когда на заслуженный отдых ушла Марья Васильевна, то директором стала Плотицына Ирина Владимировна. Активисты, конечно, у нас есть. Мы вот когда кинулись, но я хочу сказать, что у нас при каждой библиотеке клубы по интересам созданы. Вот здесь, вот при Центральной библиотеке, ретро-клуб «Зимняя вишня». Здесь в основном приходят любители поэзии. Они как-то работают совместно с с школой искусств. Они здесь не только слушают стихи, но приходят, здесь им играют на музыкальных инструментах. Здесь начиная и скрипка, и фортепиано, и на аккордеоне, в общем. Ну и при каждой библиотеке, только как бы цель у всех разная. Вот Ленёва, например, они сударушка, да? А вот Красноярск селянка. Там у них немножечко другие направленности. Там больше как бы домашнего быта, потому что люди с удовольствием приходят, общаются. Как поощряется труд библиотекаря в материальном исчислении? О, это такой сложный вопрос. Мысли поощряется это как? Я вам хочу зарплата сказать, какая среднего? Я хочу сказать, что с 1 января 2012 года все библиотеки района перешли на новую систему оплаты труда. То есть я хочу сказать, что специалисты от минимальной зарплаты оторвались. Я очень довольна, потому что у нас до 1 января 2012 года что техперсонал, что специалист получали одинаково. То есть мы все доплачивали до минимальной. А сейчас мы от этого, слава богу, ушли. Вот. Также, если у нас есть экономия фонда заработной платы, мы премируем своих добросовестных работников, можем... Если есть фонд, можем за квартал поощрить, за полугодие. Вот в преддверии Дня библиотек, но все получили премию. Я думаю, что все довольны. В рамках страны история этого праздника, он отмечается, я насколько знаю, с 95-го года. Да, с 95-го года. И был приурочен. Да, и был приурочен в создании первой императорской библиотеки, которая потом в итоге стала Российской национальной библиотекой. Вот. Ну, еще мне бы хотелось, если как бы, как мы выживаем, и как мы, согласно информационных технологий, я хочу сказать, что мы с 2010 года создаем электронный каталог. И вот база у меня сейчас, у нас база, я вот так даже могу вам сказать, сколько вот базы у нас сейчас мы забили, это где-то 1601 записи в базе данных у нас. Это, то есть, на все новые поступления, которые 2010-2011 года. С 1 июня мы планируем ретро-ввод. То есть это как бы издания, которые у нас уже находились, и начнем мы с читального зала. Вот такая. Значит, у нас новый приятный электрокаталог. Потом мы создали свой библиотечный блог, страничку. Наверное, все видали. Назвали его «Библиоград». Я вот так думаю, что это нам тоже как реклама идет. То есть не обязательно, то есть пользователи могут увидеть нас на страничке, задать любой вопрос, мы можем ответить. И мы еще вот хотим, что, то есть как бы мечта наша, выйти электронный каталог наш, чтобы через интернет могли читатели посмотреть. Ну это вот прям немножечко, я думаю, к Новому году мы это освоим. Прям планов громадье. С администрацией города совместно работаем. Вот Елена Владимировна Подкойко, директор ДК, у нас сложились тоже такие хорошие отношения. Музей краеведческий Еремченко. Потом народное образование. Вот сейчас Светлана Ивановна, мы же сами видели, куда мы без детей.
То есть хорошо, отдел молодежи мы приглашали даже сюда на семинар, потом попечительский совет на базе читального зала у нас здесь вот работает. Ну, то есть как бы стараемся со всеми дружить и совместно работать. Я хочу от лица телезрителей, радиослушателей поздравить вас с приближающимися праздниками, пожелать всего хорошего вам и вашему коллективу. Ну, а у вас есть возможность вот на камеру тоже сказать несколько теплых слов в связи вот с этими праздниками, очень хорошими, добрыми, теплыми, весенними. Ну вот в преддверии такого хорошего праздника я хочу поздравить всех своих коллег, в первую очередь ветеранов, которые стояли у истоков библиотечного дела, всех своих друзей. В общем, я хочу сказать, этот праздник, День общероссийских библиотек, это не только наш праздник, это праздник всех тех, кто любит книгу, имеет отношение к ней. Поэтому я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов. И, пожалуйста, приходите к нам, мы всегда будем вам рады. Это была Ольга Александровна Кабанова, руководитель Жирновской централизованной библиотечной системы. И мы говорили о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне библиотек. Спасибо.